ушел, пропал. Всем привет, выбрались с Ирой опять на очередную рыбалку. Хотим половить толстолоба, ну и что получится. А там будет видно. В общем, мы в пути. Ну вот мы и на месте. Закинул я уже удочки на планктон, на толстолоба. А сейчас сделаю кашу. Кому нужен рецепт, то можете посмотреть у меня на канале. У меня очень много видео этих рецептов. Каша получается так рассыпчатая. Если прижать ее, она лепится. Так хорошенько утрамбовываем. И закрываем. Кормушка уже боевая. Тут две защелочки должно быть. Одна уже отпала. Ну и в очередной раз, я уже 100 раз показывал, как это все вставляется. Вот так. И китайские кормушки ловят толстолоба. Конечно, лучше, когда поводки флюорокарбоновые. Ну, кормушки развалились у меня, лежат с флюорокарбоновыми поводками. Ну, буду ловить на такие. Ира тащит. Кого? Не знаю. Карпика тащишь. Допустим. Да. Держи. Ничего не видно. Вот уж короткими удочками. Тихо. Карпик. Господи, он такой маленький-то. Ира поймала маленького карпика. Табуретки тут эти всякие. Да нормально. Вот он сейчас такой. Отпускаем. Ну, отпустим. Это понятно. Опа. Наблюдали мы за поплавками на толстолоба. Потом смотрим, поплавка нету. Так что поклевку мы не сняли. Что, Сереж, есть там рыбина? Большая, маленькая? Есть, есть. Дергает, но только... Я вот тебе подсаку уже. Что сегодня? Подготовила. Там тенек. Подсаку положи просто и все. Я сам. Ой, что-то маленькое. Столбик маленький. Удобно. Как же его достать? Уже так поднимать. Да ты бы вы так, наверное, попал. Да не, зачем аж? Не надо. Так, а что мы тут имеем? Ой, боже. На планктон на мед клюнул. Маленько. Таким надо расти. Продолжать. Тихо, тихо. Сейчас, мы тебя отпустим. Таких не берем. Кульский. Ну вот моя первая на сегодня рыбка. Вот такой толстолобик. Ну мы его выпустим. Да, в нем даже килограмма, по-моему, нету. Или есть? Не, есть, наверное, килограмм. Да, килограммчик, ну, есть. Пусть вообще растет. Пускай растет. Может, нам более большой попадется. Ну все, начало положено. Ой, там рыбка, я увидела даже. Маленькая, маленький толстолобик.
Нету, да? Есть. А, есть. Я даже увидела его. Я его даже без подсаки сейчас вытащу. Все, он отцепился. На кашу клюнул, на мою. А как клюет толстолоб мелкий, то у меня глубина стояла 50 сантиметров. Сейчас делаю метр. Где-то так, даже больше чуть метра. Увеличиваю глубину. Может, все-таки больше клюнет. Я вам когда-то показывал, как ловил на плавающую кукурузу. Берем кукурузу и выдавливаем вот так. Остается одна шкурка. Теперь берем пуфик чесночный и запихиваем вот сюда. Вот так. Раз. И теперь у нас кукуруза будет плавающая. Теперь я поставлю это все на поплавочную удочку, на свою. Теперь вот так. Раз. Вот так. И будем ждать поклевки белого амура или карпа. Подсаку надо? Сережа на поплавок кто-то клюнул. Плотвичка. Опа. Ой, какая шикарная. Шикарная плотва клюнула. Угу. Большая. А, ой, господи. Плотва. Вот какая. И как обычно, сели перекусить. И что-то клюнуло. А как же неудобно. Ты поднимаешь. О, боже, что это? Карпик. Это карпик. Ну, карпик маленький. Ага. Понятно. Ну, карпик маленький выпускаю. Уже на контроле. Я походила и насобирала вот яблочек. На компотик будет. Просто положи ее и все. Ой, там колючки. О, ты так тянешь быстро. Наверное, что-то маленькое, да? Нет. Какой-то такой спокойненький сравнительно. Такой толстый.
толстолобик, не маленький, килограммовый. Пускаем? Ну, конечно, куда же его? На что он тебе нужен? Не-не-не. Левой рукой неудобно. Сейчас я тебя освобожу. Так, это ж больно, что умопомрачение. Тут крючки ловил, тут в курсе. Ну да. Вот такой толстолобик. Сережа. Господи. Сережа, не вижу. Они скользкие такие. Ребят, выкидывай его. Все. Жив. Прости. Поплыл? Угу. Ой, ой, сейчас ушел, пропал. Вот за это подсекнул. Ёлки-палки. Вот это я подсекнул. Там еще кто-то есть? Да. Плотвичка, наверное. Толстолобик. О, боже. Вообще ребенок. Видишь, на планктон. То на кашу, то на планктон. Угу. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы тебя отпустим. Угу. О, какой толстолобичек. Угу. Маленький-маленький. А и такие большие видела. Крючки. Угу. Пусть растет. Вон она. А вот вон. И опять у Ира очередная плотвичка. Ира ловит на пуфик. И на кукурузу. И сказала мне ее не снимать, так как она в купальнике. Просто резко. Опять поклевка на толстолоба. Поплавок сейчас может собрать. Мой поплавок не надо, пожалуйста. Ой, это там плотва, наверное, маленький толстолобик. Что это? Ой, господи. Маленький толстолобик. А что ж такое? Маленький-маленький. Так, где же наши большие? Здесь говорят, есть толстолобы на 20 килограмм. Такие большие, огромные. А где они плавают, кто их знает? Попал поплавок. Да. Есть? Тянешь? Тяну, тяну. Как сопротивление? Да, такое среднее. Понятно. На кашу. На кормушку. В общем, наверное, не поймаем мы тут большого толстолоба. Вот такие клюют и все. И что поделать? Думать. Что-то затарахтело. Ох ты, черт. Ничего себе. Есть?
есть, есть. Хорошая? Не знаю. Ты только что забросил? Да нет, давно. Плотву. Плотвичка. Видишь, плывет поверху. Есть что-то? Да. Опять ребеночек. Ребеночек. Наверное, сетями всего толстого большого выбрали. Или просто мелкий не дает ему взять. Наверное, не выживет. Под жабру оно попало. Может, выживет. Плотва или не знаю. На опарыш. Плотвина. Опарыш с кукурузой. На горох. Поклевка толстолоба произошла. Давно не было поклевки. Уже или седьмой. Клюют сегодня только мелкие толстолобики. Наверное, точно всю выловили. Всех больших. И запустили мелких. Что-то гремит и потемнело все. И рыба не хочет клевать. И давление, наверное, упало. Не наверное, а точно. Видите, как дым стелится по земле. Поэтому и рыба не клюет. Видишь, он у меня сместился на сколько? Угу. Там кто-то есть. Ветер поменялся. Где-то идет гроза. В общем, выгоняет нас эта гроза с водоема, так как скоро и здесь будет. И рыба вообще не клюет. Вот только такой вот. Кто? О, белый амурчик. В общем, это крайняя рыбка на сегодня. Наша рыбалка закончена. Вот такой. Ну и наш улов.
А на сегодня у нас 7 или 8 маленьких пойманных толстолобиков. Большие отказались клевать. Ну и шикарный улов плотвы сейчас покажу. Вот такая плотва. Большая, огромная. Есть такие хорошие экземплярчики. Ну вот такой на сегодня улов. Ну а на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока. До новых встреч. Везде берег такой крутой, что даже воды не можем набрать. Это надо идти в машину, веревку брать и ведро привязывать. Ну, попытаемся вот так набрать. Вот и все. Видишь? Угу. И вода набрана. Вот это типа лайфхак. Ну да. Как набрать, если воды, если крутой берег?